Здравствуйте, меня зовут Грачева Евгения. Записываю это обращение, чтобы привлечь внимание к мобилизации моего мужа Грачева Никиты Михайловича 15 августа 1990 года рождения. 4 октября моему мужу на работе вручили уведомление о необходимости явиться в течение суток в комиссариат Савеловского района, где ему выдали повестку с требованием на следующий день явиться уже для отправки по адресу Пресненский вал, 36. Призывной мобилизационной комиссии, а также лично комиссару Савеловского района, мой муж устно заявлял о том, что его военно-учетная специальность по разъяснению министра обороны не подлежит частичной мобилизации. Согласно военному билету, мой муж является оператором защитно-герметических установок специальных вооружений. Он закончил срочную службу в звании старшего матроса. На заявление он получил также устный ответ о том, что где-нибудь его специальность пригодится. В результате с 5 по 7 октября моего мужа перевозили по частям Московской области. Сначала в город Серпухов, затем в парк Патриот. И 7 октября его доставили в часть, расположенную на территории Московского общевойскового командного училища в Люберцах. В каждой из указанных частей его не могли оформить по причине того, что в его военной специальности нет необходимости, она не подлежит частичной мобилизации. При этом на него оказывалось давление, ему настойчиво предлагали написать рапорт о добровольной смене его военной специальности. От написания указанного рапорта мой муж неоднократно отказывался. В военной части в Люберцах к нему подошел человек, представившийся военным прокурором, который заявил, что у моего мужа нет выбора. Его военно-учетная специальность будет изменена на любую из тех, в которой сейчас в армии есть потребность, и его в любом случае зачислят в армию. По фактам допущенных нарушений я сразу подала жалобу в военный комиссариат Савеловского района и прокуратуру, но на рассмотрение моих жалоб времени требуется гораздо больше, чем на зачисление одного призывника. Поэтому прошу компетентные органы по фактам, изложенным в моем обращении, провести проверку, а также отменить решение Объединенной призывной мобилизационной комиссии Савеловского района о призыве моего мужа.